На улице Транспортной в Хостинском районе Сочи произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и совершил неуправляемый занос, в результате которого столкнулся с ВАЗом, после чего продолжил движение и врезался в другое BMW. Все три водителя получили травмы и были госпитализированы. Автомобиль марки ВАЗ пострадал сильнее всего. В результате аварии он был настолько искорежен, что достать из него водителя без специального оборудования и помощи спасателей было невозможно. Сотрудники МЧС распилили корпус и вытащили пострадавшего. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. Остальные участники ДТП получили менее тяжелые травмы, но им тоже потребовалась помощь медиков. В Сочи два лихача устроили гонки по полосе встречного движения. Все это происходило прямо средь бела дня на мосту в районе торгового центра «Новый век». Две машины марки ВАЗ не захотели стоять в пробке и решили пересечь сплошную, чтобы обогнать несколько машин. При этом их даже не смутил ехавший навстречу рейсовый автобус с пассажирами. Сейчас нарушителей разыскивают сотрудники ГИБДД. В Сочи женщина разбила окно в автобусе номер 19. По словам очевидцев, дама нецензурно выражалась и оскорбляла других пассажиров. Ей не понравилось, что в транспорт ехал ребенок с бананом, который мог запачкать ее одежду. Возмущенные поведением женщины пассажиры попросили ее выйти. Покинув автобус, она взяла камень и разбила переднее стекло. Обстоятельства инцидента выясняются.